Господь, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Дорогие телезрители канала «Союз», позвольте в канун вступления всех нас, православных, в дни 40-дневного Великого Поста поздравить с этим подвигом, ибо действительно Великий Пост и прохождение его – это несение жизненного подвига, переоценки жизненных ценностей. В это время каждый из нас должен посмотреть на свою жизнь. Правильно ли я живу? Задать вопрос себе. Что я делаю спасительного в своей жизни? А может быть, наношу вред своей душе и окружающим меня? И на эти вопросы мы должны с вами найти ответ. Хотелось бы всем нам пожелать, чтобы каждый из нас сделал действительно переоценку жизненных ценностей, попробовал бы разобраться с собой, навести порядок в своей душе, посмотреть на своих обидчиков, самому простить, ибо мы все знаем, что если мы не простим, то и Господь не простит прегрешений наших. И мы каждый день читаем молитву «Отче наш», в которой просим об этом. «И остави долги наши, коже мы оставляем должником нашим, а если мы не оставляем, то Господь не простит и нам». И вот обо всем об этом нам нужно подумать перед Великого Поста и действительно исправить свою жизнь хотя бы на немного к лучшему. И я думаю, что все у нас получится. Самое главное, чтобы мы захотели этого. Должно быть желание у нас изменить свою жизнь к лучшему, посмотреть изнутри на себя, на свои действия, на свои взаимоотношения с родными, близкими, с своими сотрудниками, друзьями, то есть с теми, кто окружает нас. Это очень-очень важно и спасительно для наших с вами душ. Будем просить Господа, чтобы Господь милостив был как нам, грешным, и помог бы нам исправиться и исправить свою жизнь к лучшему, чтобы плоды Великого Поста каждый из нас увидел и встретил достойно самый главный праздник – Пасху Господню, Светлое Христово Воскресение. Искренне и от души желаю всем нам пройти это поприще Великого Поста с добрыми, хорошими результатами. Божьей помощи вам! Храни вас всех, Господь! Господь, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.